И снова к вопросам дистанционного обучения. В Каратубинском районе 16 школ работают в штатном режиме. Остальные 3 дают знания детям дистанционно. А дети из сел со слабым интернетом живут и учатся в интернате школы-гимназии районного центра. В Каратубинском районе 19 школ, большинство или 16 работают в штатном режиме. В них образование получает 1509 учащихся. По просьбе родителей для дошколят открыты дежурные классы. Соблюдение санитарных требований на строгом контроле руководства школ. Все объекты оснащены тепловизорами, санитайзерами и дезинфицирующими средствами. Дети школ имени Мухита, школы села Шептыколь и школы-гимназии в районном центре учатся дистанционно. Для этого выбрана платформа онлайн-мектеп. Платформа онлайн-мектеп нетрудная. Мы смотрим видеоуроки и выполняем задания. Если где-то затрудняемся, то через WhatsApp связываемся с учителями и уточняем непонятные места. Дети из отдаленных сел, где скорость интернета слабая, проживают в интернатах при школах. Наряду с уроками они регулярно участвуют в олимпиадах и конкурсах в режиме онлайн. У нас много дополнительных платформ, помимо онлайн-мектеп, поэтому нам нужен качественный интернет. Сейчас с этим проблем нет. Интернет очень удобен для общения. 286 детей, обучающиеся дистанционно, получили 68 компьютеров и 139 ноутбуков. Благодаря местным спонсорам в рамках акции «Дорога в школу» проведен интернет. В целом в районе обучаются 2530 школьников. Традиционное обучение, конечно, эффективное, поскольку учитель напрямую общается с детьми. Однако мы увидели и преимущество онлайн-обучения. Они могут использовать все ресурсы интернета. Алмагуль Джампейсова, Уралбек Куанышкалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжайк.